девочки. Привет, ребята. Я вот решила связать себе новую шапочку. А я вязать не умею. О, я лучше книжку с картинками посмотрю. Так, какую мне книжечку посмотреть? Вот эту, сейчас. Так. Ой, полка свалилась. Зубок, надо бы ее прибить. Да? А я что-то боюсь. Вдруг не так прибью, как нужно. Тук-тук, здравствуйте, мои дорогие. Здравствуй, Лёша. Ой, а что это у вас тут с книжной полки случилось? Да вот. Это я, Лёш, я нечаянно. А, ну бывает. А что ж ты не повесил? А я боюсь, Лёш, вдруг она криво прибьется и опять упадет. Ну так перевесить можно. А вдруг у меня гвозди погнутся? Ты гвозди жалеешь? Гвоздей у нас много. Лёша, ты только не подумай, что я полку не хочу вешать. Просто боязно как-то. Да, Зубок, с тобой наш Шишкин лес в какой-то пустоград превратится. Во что? Как это? А вот послушайте историю. Когда-то давно, неведомо где, стоял прекрасный чудо-город. Все-то в нем было добротно и красиво. Но время шло, город старел, и пришло в город дело. А какое дело пришло в город, Лёш? Да разное оно было, Шуня. Стало дело стучаться в дома, а жители испугались, попрятались. Ой, так они и дело испугались? Да, и стал чудо-город превращаться в некрасивый и скучный пустоград. Дороги заросли, дома обветшали, крыши протекать начали. Дело еще сильнее в дома стучаться стало. Да что же они город свой запустили, Алеш? Боялись. Вроде неплохие люди были, а дело боялись. Ой, ну а что же город? Совсем в пустоград превратился. Превратился бы, но путешествовал в тех краях в то время мастер на все руки. Он-то за дело и взялся. Сразу дома преобразились, дороги стали ровные да чистые, цветы на клумбах выросли. Если в вашем доме что-нибудь сломалось, крыша прохудилась или протекла, или развалилась лучшая игрушка, значит, есть для мастера дела. Вот и молодец этот мастер! И не говори, тут и жители осмелели. Каждый себе дело нашел. Кто крыши красит, кто скамеечки ставит. Говорят мастеру: спасибо тебе, что город наш спас. Не хотим в пустограде жить, в чудо-городе лучше. Ой, я бы тоже в чудо-городе пожила. Наверное, тот мастер не один город спас. Да что ты, Зубок, он с таким делом в первый раз столкнулся. Ой. Что ж, говорит, вы такого пустякового дела испугались? Ведь главное за него взяться. А хорошего мастера дело само боится. Ну вот, хотел бы ты, Зубок, чтобы наш лес в пустоград превратился? Нет, конечно. Лёш, давай полку для книжек прибьем. Давай, а если не получится? Так мы заново сделаем. Чего бояться-то? Верно. Так. Ну, давай молоток. Лёш, вот молоток. Давай молоток. Так. Ну вот, и все. Точно! Ой, какая у нас полка красивая получилась! А может, нам еще какое-нибудь дело сделать, Алеш? Ну, Зубок, теперь только завтра, потому что сейчас нам пора прощаться. До свидания, мальчики и девочки! До новых дел в Шишкином лесу! Доброй вам ночи и ангела-хранителя! Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели
уже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи.